С 9 по 16 сентября ахинская делегация в количестве 11 человек, в числе которых школьники, студенты и рабочая молодежь, участвовала в образовательной программе регионального молодежного форума «Острова-2015». Форум проходил в селе Березники города Южно-Сахалинска. На этом форуме присутствовали делегации из всех муниципалитетов Сахалинской области. Ребята могли посетить образовательные лекции, беседы, провести вечерний досуг. Учились написанию проектов, и в последний день присутствия нашего на форуме 14 сентября мы защищали свои проекты на ярмарке проектов. Ахинская делегация представила несколько проектов. КВН в наших сердцах, то, что надо, жить красиво, шанс молодым и САХ-ГИД. Все проекты разнообразные, похожих на другие проекты участников других муниципалитетов не было. Ребята все оформили и подготовились основательно. Им очень все понравилось. Форум замечательный. С первого дня я понял, что этот форум насыщенный, позитивный, познавательный. Мы ходили на лекции, у нас вечером был сервисный досуг. У нас не было времени, грубо говоря, отдыхать. Мы постоянно были чем-то заняты. На островах мы нашли много друзей. Люди на островах, вот вообще дети, персонал, эксперты, это такие люди. Я не знаю, я не встречал таких людей. Они постоянно учат тебя чему-то новому, делятся своими эмоциями, у тебя есть с ними общие темы. Ну, в общем, я не знаю, но это непередаваемое ощущение. Всего на суд жюри по итогам предварительных защит был допущен 51 проект. Ахинский проект «САХ-ГИД» Марии Петришиной и Дениса Дегтяренко завоевал диплом первой степени в номинации «Актуальность». Цель проекта – это создание мобильного приложения на платформу Android и iOS для продвижения туристического бренда региона. Мы собираемся познакомить граждан России и иностранных граждан с культурой нашей области. Быт, инфраструктура – все это будет там заложено, обязательная история. У нас была первая презентация, когда настолько все просто, еще почти ничего не готово, но как бы мы приехали туда, чуть-чуть была основа. Я сразу тянула руку, чтобы презентовать свой проект, просто на лекции. Я вышла, я стала презентовать. Это было так страшно. Я просто не знала, что говорить. Все сразу, как бы, я начала объяснять, а когда ничего нет плакатов, ты на словах как-то объясняешь, тебя никто не может понять. И все, это тугис, плагиат. Нет, это не плагиат. Вышел Денис, помог мне, и все. Я уже считала себя победителем чуть-чуть. Интересные проекты, интересные идеи. Образовательный форум «Острова» нацелен на вовлечение талантливой, активной молодежи в процесс решения наиболее актуальных задач социально-экономического развития Сахалинской области.